Огненный матч в Манчестере. Манчестер Сити обыграл Тоттенхэм в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Но дальше прошла команда из Лондона за счет голов, забитых на чужом поле. Неделю назад шпоры выиграли 1-0, а сейчас уступили 3-4. Ход встречи получился невероятным. Уже к 11-й минуте счет был 2-2. В концовке Ман-Сити забил 5-й мяч. Тренер хозяев Хосе Гвардиола ликовал. Однако гол был отменен из-за офсайда. Разобраться в эпизоде помог видеоарбитр. В полуфинале шпоры сыграют с Аяксом. Оба клуба – сенсации европейского сезона.